Все, давай начинаем. Здравствуйте. Ну давай начинай. Алло. Алло, что-то проблемы какие-то со связью или что? Да, его очень сильно громко слышно, я его тише. А, ну все, давайте. Рафаэль Мальборо, са Александр, 16 лет. Плюс 6, это Москва. А был один бан за слив. Ну, был слив. Варн был тоже один. Когда я... Меня, короче, в неактиве сняли. Это было давно, там, суета. Мы потом разбирались. Максимальный срок лидер. Месяц. Должен, конечно. Сколько может быть заместителей? Три. Одного. Да. В течение одного дня. Два. Максимальная или минимальная? Максимальная или минимальная? Три. Пять. Пять секунд. Что? Через 10 минут, нет. Это все? Повтори еще раз. Тебя... Ну, подойду, но скажи, вернись на пост. Выгоп. На первый раз я ему буду предупреждать. Еще несколько вопросов задам, ладно. Можно секунду? Смотри, Паузу. Допустим, типа вы там все строй на плацу, да, сделали, и к вам приезжает ФБР и заставляет мыть полы. Твои действия какие? На что ты будешь вообще ссылаться? Секунду. Повторить?
Да, повтори. Смотри, вам в департамент пишут, типа, ФБР, стройтесь эту плацу, да? Они приезжают, у вас состав построен, и они просто вас заставляют мыть полы, допустим. Что ты будешь делать в такой ситуации, и на что ты будешь ссылаться? Ну, в такой ситуации я скажу им покинуть территорию, дальше поеду к президенту, там уже буду обговаривать с ним этот вопрос. Ну, короче, на иерархию, правильно, будешь ссылаться? Да. Хорошо. Так, смотри, а вот такой вопрос, типа, похожий, вот недавно задавал уже мой следящий. Ты едешь мимо шахты, да? И на радаре, короче, замечаешь своего сотрудника, да? Вот. Твои действия какие? То есть ты его на радаре увидел? Он, то есть, прогуливает рабочий день. Ну, так я ж его... Это... Ардар, это ж не РП-процесс, типа, не РПК. Ну, да-да-да. Ну, вообще, типа, как, не вообще просто мимо проедешь? Ну, да. Я ж его там не увидел, типа, живого, типа... Хорошо, смотри, если вот в твоем составе, допустим, читер есть, да? Ты написал в репорт, то есть, там, 122 чит, да? И администраторы там проигнорировали, как они это обычно делают. Вот. Как ты, с какой причиной ты уволишь игрока? Профнепригодный. Правильно, так. Ну, я думаю, вы нам подходите, да, потому что у нас толком-то кандидатов и нету, поэтому свой ВК, твой ВК у меня есть вроде, да? Да-да-да. Сейчас тебя приму. Так. Хорошо. Сейчас слушаем. Да, мне наушники очень громкие, типа, и звук у вас, ну, например, у тебя он тихий, а у него он капец громкий. То есть он нажимает на клавишу, мне это отдается очень. Ну, там можно в Дискорде, типа, настроить, чтобы потише было. Ну, так я, когда ты начал задавать вопросы, я говорил, типа, минуточку, можно мне паузу, и ты начал. Понял. Так, смотри, у тебя вот с часовым поясом, да, типа, проблема. Как вообще? У меня заместитель, у меня состав. У тебя есть вообще состав примерный, да? Да. Так, хорошо. Саша Вакулин. Блять. Вот. Смотри, теперь, когда заместители ставишь по доверенности, теперь нужно отписываться, короче, на форум. Я тебе скину ссылку. Блядь, да чё он мне лагает? Добавил я тебя, нет? Да. В конфу. Лидер. Да. Блядь, он мне ещё не прогрузился. Сейчас телефон. А, ты напишешь, да, Игорь? Все. Так, все, давайте, короче, пацаны, я побежал. Hey, man, you pushing me more?